Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня в рубрике «Культуртрегер» мы не будем слушать стихи. Сегодня мы будем говорить о различных художниках. Каких художников вы знаете? Да, наверное, вы не знаете абсолютно никаких художников. Вы что-то слышали о Шишкине. Это потому, что в учебнике родной речи за третий класс вы видели репродукцию его картины «Утро в сосновом бору». Вы слышали что-то о Сальваторе Дали, но никогда его не видели. Нет, наверняка вы все-таки с современными художниками знакомы. То есть вы знаете творчество Олега Кулика, который голый на поводке изображал собаку. Вы знаете и любите творчество Авдея Тераганяна, который топором рубил иконы. Вы знаете творчество Лены Хейдис, которая из собачьего дерьма выкладывала алфавит. Вот он, уровень вашей любви к изобразительным искусствам. А нормальную живопись вы никогда не видели и не увидите. Нет, увидите. Потому что сегодня я покажу вам альбом настоящего художника. Этот альбом пришел ко мне по почте из славного града Иркутска, непосредственно от автора. Вот сейчас проедет квадроцикл с пассажирами, и мы продолжим нашу запись. Вот они проехали мимо. Художника этого зовут Александр Москвитин. Он живет в городе-герое Иркутске. И он является одним из самых на сегодняшний день известных русских живописцев-метафизиков. Ну и как же обойтись без его альбома мне, совестливому интеллигенту, тем паче сам. Автор альбома Александр Борисович Москвитин прислал мне свое только что вышедшее детище, которое я сейчас на ваших глазах распаковываю. Распаковка опять делается в лесу, и мусор выкидывать нельзя. Грохот сзади – это стрельбы на Радыгинском полигоне, который находится совсем рядом с местом, где я распаковываю посылочку. Придавлю ножом полиэтилен, чтобы его не унесло. Сегодня ветер сильный, нет, его унесет, поэтому просто сумкаю и уберу в карман. Вот такой вот альбом художника Александра Москвитина, замечательного иркутского живописца-метафизика. Очень рекомендую. А сейчас под простую музыку мы немного полистаем это чудесное издание, только что вышедшее в свет.
Мы посмотрели альбом иркутского художника Александра Морисовича Москвитина. Теперь вы, наконец, знаете, что в России остался один художник, который не выкладывает алфавит из собачьего дерьма, не бегает голый на цепи и не рубит топором православные иконы. Вот так. Ну а теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать что-то новое, то самое, что вы бы без меня никогда не узнали по причине вашей серости и необразованности, ибо вы, как писал один русскоязычный сочинитель 70-х годов прошлого века, темнота некультурная. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то выполните рекомендации по вот этой вот подсказке в правом нижнем углу экрана. До свидания.